Всем привет, друзья! В таком интересном положении сижу, но это как бы предыстория. В общем, мы съездили за велосипедом, ребенку заказывали. Я сейчас покажу, какой мы заказывали, где заказывали. Немножко предыстория, чтобы было понятно. Так как у нас спортивные магазины сейчас не работают, только через сайт. Вот, и мы заказали ему велосипед на день рождения, так сказать, через интернет-магазин спортивных товаров, там велосипед в одном спортивном магазине заказали, они тут что-то меня долго не перезванивали, ну, короче, мы заказали в другом магазине. И у них доставка из Москвы до города Дубны, там что-то очень долгое там, ну, все зависит от графика, так сказать, поставок через транспортную. Ну ладно, это мелочи жизни, как бы дождались. Вот, и когда мы получили, оказалось, что педали-то то ли не положили, то ли пьяные укомплектовывали, не знаю, короче. И коробка не от него. Вот. И поэтому я созвонился с менеджером, и менеджер мне новую доставку сделал. И она вот, когда ездили. И ждем доставку. Доставку так, с 20 числа. Вот, то есть мы 13 числа заказали велосипед. 15 числа оплатили его. Двадцатого получили, 20 мы опять заказали педали. Так что вот так вот, дорогие друзья. Ну а вот это видео, так это часть первая, как мы там ехали, это там. Вот. Много чего интересного. Вот, много не снимал, тут и жена тут переживала, плакала. Зачем снимаешь, зачем камеру взял. Вот, так что вот так вот. Саму распаковку я уже не делал, там уже был не до этого. Так что вот такие вот дела. Так что посмотрите первую часть, а потом как соберем велик, вторую часть дела. Так, что там, как вам говорят? Так, машина вообще потом. А не боишься мат можешь? Нет, не боюсь. Я же не культурно. Не воспитываю. Я не сволочи. Ну давай, блядь, подгоняй. Всем привет. Мы едем на ребенку за велосипедом. А, друзья, мы идем с велосипедом, вот, к ребенку. День рождения был, заказывали, вот сейчас в соседнюю Дубну едем, в Московскую область, там приезжает пост. У нас все хорошо с этим? Вот я оформила въезд по семейным делам. Ну все, въезд по семейным делам, вот все, въезд, выезд. 24 часа мы можем ездить. 8 раз. Там что-то авария. Да. Да, хорошо, авария.
здесь можешь больше. Нет. А, нет, а, город, город. Кладбище. Еще одна. Дальше, дальше, дальше. Сонный переход. Ищи. Мы в Дубне. Сейчас пойдем получать велосипед. Вот нам сюда, да, КВС? Да. Угу. Ну вот. Сорок пять, а он 44. Ну ладно, дойдем. А, ладно. Ну мы потихонечку пойдем с вами. Ну, а там и вас пойдем. Да, вот ладно, деталь. Это. Кстати. Ну что, вы пойдете с Лёхой? Чего? Или все вместе? Все вместе сейчас пойдем, еще. А? О, не знаю, церковь большая какая-то. Генный инженер, да? Да. У вас тут кто у мужиков, что Ленка еще не знаю, Ленка еще не касала. А у вас и у меня вот ботинки с нашей вот так. Ну, идем. Смотрите, какая машинка стоит. Не, туда еще. Кто в масках, кто не в масках, мы не в масках.
А? Стою. Что? Ух, какая машинка. Ауди. Мармалей приехал. Да. О, туризм. Трековый? Да. Короче, все закрыто. Все закрыто. Все закрыто. Так, ну что, там двери, вот мы прошли, сейчас будем получать велосипед. Ну что?